Всем привет! Сегодня мы с Владосом попробуем посмотреть на магнитный пластилин. Магнитный пластилин, который сегодня пришел нам с Китая. Так, это он, волосатый пластилин магнитный. Хватит смотреть на мой мороженое, отойди, давай смотреть. Так, ну мы уже открыли с Владом, да? Какая у нас коробочка? Да, тут нам всякая куча там это китайские дребедени должно было прийти. Вот мы дождались Владика. Вот такой у нас сильный магнитик. Так, подожди, давай камерой положи. Давай тут сюда вот кровать. Так. О. Состоит из магнита, значит. Вот сам пластилин. Такой фиолетовый. Ну-ка, держи просто руку, я сейчас вот. Слушай, а по-моему, уже рука у тебя покрасилась, или мне так кажется? Нет? Довольно-таки мягкий. Мягкий, по ощущениям. А что вот серебристый, что там? Что, из чего он состоит? Магнитная стружка, да? А остальное это просто пластилин, наверное. К рукам не липнет? Покажи руки, вот ты сейчас помял. Вот. Не липнет ничего. Угу. Покажи название магнита. Ой, не магнита, а пластилина. О, мы вот взяли вот такой. Так, сейчас камера возьмет, наверное. У нас еще есть синий, но... Подожди, почему камера не берет? Почему-то не берет, не фокусирует. О, сфокусировалось. Вот такой вот китайский пластилин-магнит. Вот, смотрите. Пластилин, да? Так, и ты тоже туда смотри, волосатый. Видите, он притягивается. Так, подожди, сейчас. Фокус какой-то медленный сегодня. Ну-ка. Тянется. Угу. Сейчас. Его как-нибудь вот так. Так, подожди, поверни боком чуть-чуть, чтобы... Вот, да, вот. Так. Вот. Ну-ка. Опаньки, работает. Работает. Так, уводи. Так, а вверх попробуй, он так и так будет вниз опускаться. Угу. Цену не помнишь, за сколько мы его взяли? По-моему, 2.30. Что-то там 2.30 евро, там 2 или 2.40, ну около 3 евро стоит. Угу. Очень приятный для рук пластилин. И можно поиграть с ним. Ну вот как ты вот собираешься с ним играть? Ну, можно вот так сделать. Смотрите. Может, ну вот тебе вот сколько лет? Мне 10 лет. 10 лет. Тебе интересно? Да, интересно. Значит, в 10 лет вполне интересно поиграть вот с таким пластилином, да? Да, вот, видите, он зажевывает этот магнит. Так, попробуем это как-то сфокусировать. Ага, ой, смотри, точно аж волной такой забирается. Угу. Магнит реально очень сильный, его трудно как бы... Отобрать, например, металла, да? Да, от металла. Ну вот, смотри, вот, в общем, ты его съела, да? Ну-ка, вот попробуй сейчас его легко достать. Вот это реально вообще его найти, да, достать? Его ну-ка, подожди. Легко достать. Ага, то есть даже не липнет ничего. Угу. Угу. Ну, отлично, хорошо. Прикольно. Что сказать. Что мы следующее покажем? Наклейки тебе должны прийти, да, скоро? Да, скоро придут наклейки. Может, через недельку. Да. Посмотрим, покажем, какие наклейки пришли. Цена наклеек была где-то 60 центов, евроцентов. Ну, все тогда, что мы прощаемся, наверное. Давайте. Всем удачи, всем пока. Все, всем пока. Вот, кстати, рекомендую мороженое, мое любимое. Вот оно. Опять типа реклама. Пока.
У.